В последнее время телефон нам заменил многие гаджеты, в том числе фото- и видеоаппаратуру. Но у телефона нет оптического зума, поэтому можем вот снимать то, что видим как бы. А вот это вот приближение, как некоторые увеличивают для того, чтобы приблизить какой-то объект, это не оптический зум, это просто цифровое растягивание картинки. Для того, чтобы, используя обычный телефон, снять что-то... Луну, да, на Луну посмотреть. Сейчас у нас Луны не видно, поэтому мы будем подглядывать вон в окна домов. Придумали следующее приспособление. Ну, вот это вот приспособление можно назвать половина бинокля. Монокль. Сюда смотрим и видим. Так, ну-ка. Ух ты, прикольно, да. Но мы же говорим о телефонах. Для того, чтобы это подцепить к телефону, есть еще одно устройство. Выглядит оно вот так. Берем. Прицепляем. Это универсальное устройство на любой телефон, ну почти любой диагонали. Понятно, что на какой-нибудь 7-дюймовый планшет не налезет, а на другие, пожалуйста. Берем, прицепляем, пододвигаем, поворачиваем как нужно и сюда втыкаем нашу подзорную трубу. И получаем средство для слежки. Давайте попробуем. Да. Хозяин телефона устанавливает крепление. Хозяин телефона у нас Саня, представитель магазина BenGood. В последнее время много видеороликов из этого магазина, потому что я приехал на несколько дней, и мы тут с ребятами просто... Как это сказать-то? Делаем обзоры. Развлекаемся, как некоторые скажут. Давай ее закрепим нам на штатив. Давай. Это я вставляю сюда. Я правильно вставляю? Правильно, правильно. А что не вставлять? Вот. Так, а как закрепить? Ну вот эту закручивай и все. Все, да? Закрепили. Ну-ка проверим. Вот так. Он работает? О! Ну, о, я мужика вижу. Надеюсь, одетого. Ну, в шортах. Что-то окна молит. Ну, чтобы глазок был по центру. Одеваем, закручиваем, затягиваем. Ну, честно говоря, так себе, да? Не очень удобное крепление, но зато не довольно-таки практично. Что у нас еще интересного есть? Приближать, удалять нельзя, да? Вот как. Вот такой зум есть и все. Да нет, я не про цифровое увеличение. Я имею в виду вот это вот. Нет. Это фокус. Только фокус. А говорит, я никогда не подглядывал. Вот теперь ты это не сможешь говорить. Ну, глазом удобнее смотреть, чем через телефон. Это устройство подходит к любой подзорной трубе. То есть мы проверяли на этом. Приближение не самое лучшее, но можно хоть на телескоп поставить. И звезды снимать. Да. Вот ты говоришь, глазом удобнее. Глазом ты только посмотришь, а на телефон ты можешь сфотать. Ну да. Вот такие вот два гаджета. Крепление для подзорной трубы и подзорная труба. Ссылки есть в описании. Все, спасибо.